Вітаю! З вами програма «Ваше здоров'я» та її ведучий Максим Щербаков. І сьогодні моя співрозмовниця – лікар-терапевт, медичний консультант компанії «Чорнична паста Лікбері» Світлана Зубань. Світлана Юріївна, скажіть, будь ласка, чому чорниця? Які властивості притаманні цій ягоді? Ви знаєте, дійство ягоди було іспокон віков звісно. Недаром ягоду називають і молодільною, ягода, яка оберігає від заболівань, і довгоіграюча ягода. Я хочу сказати, що іменно черніка, тому що вона обладає великим кількістю поліфенолів і біофлавоноїдів. Це її відлічі від інших ягод. У неї широкий спектр дійства. Вона не тільки профілактизує заболівання, профілактичний ефект, але й терапевтичний наблюдається. А це всі прекрасно знают, что она очень хороша для людей, страдающих сахарным диабетом. Она понижает сахарный диабет, стабилизирует уровень сахара в крови, кроме понижения, и способствует улучшению симптоматики заболеваний, которые идут как сопутствующие. А чи не простіше тоді просто вживати чорницю и не користуватися якоюсь пастою? Чим паста відрізняється? Совершенно до недавнего времени я думала точно так же. Дело в том, что природа именно в косточке и в кожуре спрятала то самое ценное, что помогает быть здоровым и что помогает защищать свой организм от заболеваний. Дело в том, что именно в кожуре содержатся те микро-макроэлементы, полный набор практически витаминов, которые помогают нам быть здоровым. А в косточке содержатся те масла, которые богаты омегами 3, 6, 9. А все знают прекрасно, что это мощнейшая антирадикальная система, что это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. И если мы вживаем черницу, чи не засвоюються всі ці компоненти? Вот совершенно верно, как раз вот косточка и кожура не усваивается организмом, усваивается практически на 40%. А опять повторюсь, все самое ценное находится в них, и получается возможность усваивания практически на 100% самых ценных витаминов, минералов и полезных веществ. Уникальная разработка наших украинских ученых. Аналогов ни в Украине, ни в мире еще не придумали, не существует. При яких захворюваннях вона може бути запропонована? Ви вже сказали про цукровий діабет. Да, широкого спектра дійства. Це і сердечно-сосудистые заболевания, це хороша профілактика і вспомогательное лечение при інфарктах, інсультах, гипертонії, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, таких как остеопороз, остеохондроз, артрозы, любой этиологии, мощнейший гепатопротектор. Очень хорошо влияет на заболевания желудочно-кишечного тракта. Здесь хочу выделить дисбиотические проявления. Зрительная система. Испокон веков известно действие черники на зрение. Благодаря большому содержанию рутина. Это, опять-таки, у наших детей сейчас это бич миопия, использование компьютеров, гаджетов, что очень рекомендую, черничную пасту. Это профилактика ретинопатии. Опять-таки, сочетанное заболевание при сахарном диабете. Это затормаживает развитие и вспомогательный продукт при лечении катаракты и глаукомы. Якщо повернутися до діабету, при якому виді, при першому чи другому пропонується ця паста? Паста рекомендуется как при первом, так и при втором типе. Все мы знаем, что это совершенно различные заболевания, но схема приема у всех разная. Поэтому я, например, прежде чем принимать продукты, рекомендую обратиться обязательно к нашим консультантам. В компании есть очень хороший консультационный центр, работают люди с высшим медицинским образованием, и каждому подбирает индивидуальную схему приема. И мало того, все консультации бесплатны. А за рахунок чего снижается уровень сахара? Дело в том, что издавна известно, что вот листочки и побеги молодые имеют растительные инсулины, мертелин и неомертелин. Вот наша гидротермодинамическая технология, с помощью которой изобрели пасту, изготовили пасту, показала, что в кутикуле кожицы содержится многократно в больших размерах мертелин и неомертелин. Именно они понижают сахар и также такой сильнейший полифенол, как хлорогеновая кислота. Мало того, что это сильнейший антиоксидант и способствует тоже понижению сахара. А на сколько одиниц вдається знизити цукор? Вы знаете, здесь я скажу, что совершенно по-разному. Результат однозначно есть всегда, потому что мы ведем человека, потребляющего пасту, от первой ложки до достижения позитивного результата.
Иногда есть патовые ситуации, когда вот, например, женщина обращалась, у нее сахар был 20-18, причем это диабет второго типа, и уже препараты совершенно не помогают. А все мы прекрасно понимаем, что нужно подбирать, регулярно менять препараты, если они не действуют. Она как раз обратилась в такой патовый момент, и действие позитивное произошло буквально на 5-6 сутки. Мало кто этому доверяет, но один раз попробовав, убедиться самому, можно увидеть результат очень быстро. Но здесь не стоит вопрос только, скажем, употребления пасты. Все прекрасно понимают, что сахарный диабет – это образ жизни. Здоровый, в полном смысле этого слова, здоровый образ жизни. И, естественно, это надо поддерживать. А чи багато у вашей практике таких прикладов? Первый тип диабета. Дети очень много обращаются. И там, где сахара были нестабильны, а очень важно не просто его понизить, а добиться стабильности, где сахара прыгали 13, 18, 15, и была гипогликемия. Вот сахара сейчас у девочки 12 лет 7-8. Но при этом, да, ребенок и спортом занимается, и соблюдает питание правильно, считаются хлебные единицы, и таких результатов все больше и больше. Цукровий діабет, він шкідливий перш за все своїми ускладненнями. Яким чином на них впливає ваша паста? Ну вот, например, если возьмем зрительную систему, да, это ретинопатии, катаракты, глаукома, это то, что в основном сосудистая система повреждается одна из первых, как и кишечная, за счет большого содержания рутина и той же хлорогеновой кислоты, которая выступает мощнейшим антиоксидантом. Мало того, что улучшается резкость зрения, притормаживается развитие этих тяжелых патологий, укрепляется коллагеновый матрикс. Это очень немаловажно, ведь в первую очередь действует на капиллярную систему. Если это заболевание желудочно-кишечного тракта, эти осложнения, ну, то есть назовем дисбиотические проявления, улучшает состояние микрофлоры в кишечнике, тем самым снимает интоксикацию, что способствует, в свою очередь, опять-таки, стимуляции уровня глюкозы в крови. Сердечно-сосудистые системы, и это не секрет, практически 80% люди гибнут в основном при такой тяжелой патологии. И у нас даже было исследование в Киеве, в Институте кардиологии имени Стражеска, что употребляя черничную пасту наряду с традиционной терапией фармакологической, достигнут был очень позитивный результат. Вот у людей, страдающих инфарктом, постинфарктное состояние, уменьшалась площадь соединительной ткани, уходила отечность и улучшалось кровообращение в миокарде. То есть показано не только при профилактике, но и при основном лечении. Але все ж таки, паста діє на рівень цукру у крові, знижує його. Чи немає небезпеки, що у людини, у якої норма, виникне гіпогликемія? Вы знаете, совершенно нет, потому что я, например, очень часто призываю принимать пасту для того, чтобы не болеть, дабы избежать подобных тяжелых патологий, тем более, если есть в семейном анамнезе, если есть генетика какая-то нехорошая. Не снижает ниже патологических цифр, ни в коем случае. Наоборот, улучшает углеводный обмен, липидный обмен. И здесь я могу сказать, уже совершенно не боясь, что это стопроцентная профилактика такой патологии, как сахарный диабет. А как правильно выбрать дозу? У нас есть консультационный центр, повторюсь, работают специалисты высшего уровня, помогают людям с проблемами, заболеваниями подобрать индивидуальную схему, все-таки у всех организмы индивидуальные. Если этот человек здоров, то 1-2 грамма на килограмм веса. И в перерасчете я вам скажу, что 2-3 ложки черничной пасты в день заменяют полкилограмма черники. А если еще учесть, что сезонность черничной пасты более доступная, то достичь позитивных результатов можно намного быстрее. Це дається консультація один раз, чи лікар супроводжує кожного пацієнта? У нас медицинское сопровождение от первой ложки и до достижения позитивного результата. Но я хочу сказать, что не бывает так, что человек, приобретая одну бутылку, здесь же через 3 дня говорит: я хочу видеть результат. А как правило, так и происходит. Человек хочет на глюкометре увидеть низкую цифру сахара. Я хочу сказать, что паста действует в комплексе на весь организм. И хочу, чтобы люди это понимали. Что если даже сахар где-то немножечко поднимется при употреблении пасты, все-таки содержит ягода свою глюкозу, а состояние улучшится, это уже есть хороший терапевтический эффект. И принимать нужно от 3-6 месяцев минимум. Дуже рідко буває, що людина скаржиться лише на одну якусь хворобу.
Чи є у вас фахівці, які можуть дати допомогу чи консультацію людині, яка потребує такої консультації? В компанії працюють врачи сімейні, ендокринологи, є хірурги, є невропатологи. Человек получит 100% качественную консультацию на всех уровнях. Чи є протипоказання для прийому цієї пасти? То если есть аллергия на чернику, то опять-таки получаем консультацию. Потому что подбирая схему приема и не столько в дозировке, сколько во времени, можно избежать этой аллергии. Потому что можно принимать пасту ложкой, а можно принимать на водной основе. И когда на водной основе, всегда продукт проходит, всегда прием продукта проходит немножко мягче. Дуже, дуже дякую вам за цікаву розмову. Усім глядачам я нагадую, що на мої питання сьогодні відповідала лікар-терапевт, медичний консультант компанії «Чорнична паста Лікбері» Світлана Зубань. А наша програма на цьому завершується, і я усім бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. До нових зустрічей!